Первые снимки для выставки были сделаны в июле. За полгода провели 160 фотосессий. По словам организаторов проекта, их основная цель – поддержать семьи участников СВО и подарить им положительные эмоции. Им пришлось очень сложно в первые дни, и сейчас им приходится нелегко. И для меня, как для фотографа, было очень важно показать для всех, что есть такие семьи, которые преодолевают все сложности, преодолевают моменты разлуки, волнений, переживаний, страданий даже в какой-то степени. И указать на их значимость, возвести, может, даже без преувеличения, скажу, в рамки героев. Идея проекта появилась у руководителя фотостудии «Моя». Арина Мех задумалась, чем может помочь нашим защитникам, и решила, что должна поддержать их семьи. Мы провели большую работу. На самом деле у нас большая команда. Это и фотографы, и стилисты, которые ухаживали, приводили в порядок перед съемкой наших героинь. Причем всех, не только взрослых, но и малышей, и девочек, и даже мальчиков. Поэтому около 3 месяцев, даже больше немного, мы фотографировали в студии эти семьи. Далее верстались фотокниги. Это уже делала другая часть нашей команды. О проекте большинство участниц узнали из социальных сетей. Летом организаторы опубликовали приглашение на фотосессию. Девушкам предложили заполнить анкету, а позже с ними связались и назначили дату съемки. Фотографировались обычные семьи. Не профессионалы, не модели, абсолютно разные все. Фотосессии проходили тоже по-разному. Когда-то это было совсем все легко и просто, а когда-то очень даже эмоционально и иногда даже со слезами. Детки тоже разные, разный возраст, разные в эмоциональном плане. Кто-то из деток более спокойный, кто-то безумно подвижный, крикливый и не желающий фотографироваться. Но мы все преодолели. Все участницы проекта получили индивидуальные фотоальбомы. Сами жены военных признаются, участие в фотосессиях принесло много счастливых и положительных эмоций. Я решила, что это будет замечательная память нам, как семье, ему как подарок. Ему уже распечатывали, отправляли ему фотографии, его будет согревать. Вот на тот момент, когда проходила фотосъемка, когда была подготовка, да, визажисты работали, ну вот островок спокойствия какого-то такого было, вера хорошая в будущее, что все это закончится победой, и наши любимые мужчины будут рядом с нами дома. С реализацией проекта помогла общественная организация «Нас много». На выставке представили 45 портретов, которые отобрали сами фотографы. Их можно увидеть в течение 2 недель в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Анатолия Васильевича Луначарского. Марина Шумейко, Севинформбюро.